have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами в Католице, и по квесту нам дофига как далеко. Ну, пойдемте. Пойдемте. Так, я немножечко, честно говоря, успел подзабыть, что у нас было по побочному квесту, но есть квест на мага, ущелье реки. На 15 уровень, кстати, можно сходить зачистить, у нас 13 уровень. Это... Блин, 56, это дофига. Я жадничаю. Надо у него огненное заклинание это отобрать. Черт! А, иди сюда, брательник, восстанавливайся. Фух, так, как там X менять, да? Он сам с огненным заклинанием. 30! Дофига как больно. Окей. Бандиты, короче, очень... Ай, блин, это я промазал. Очень суровые ребята. Нафига ты хилку-то... Ай, больно. Главное, включил хилку и убегает с ней. Короче, ладно, мне, по-моему, нужно будет перераспределить навыки. Так, давайте я сейчас тогда это по-быренькому сделаю. Где у нас там что было? Спеллы. Давайте я, наверное... А как его, кстати... А, я не могу его снять, потому что это... Я могу снять вот это... Теперь мне нужно вот так снять вот это, назначить вот это вот на F. У тебя будет щит, а лечение будет у меня, потому что лечение я буду применять на нас обоих. И к тому же я играю вроде как за бойца. Да, лечение будет у меня. И, наверное, давай мы с тобой пересмотрим огненный ледяной спелл. Ледяной будет у тебя, огненный будет у меня. Ты будешь замораживать и щитовать, и бить с посохом, а я буду вот так вот попробуем такой. Так, у меня будет огненная и лечилка, хорошо, пробуем. Потому что и огненная, и лечилка, они делаются на маленькую территорию. Черт, вот я сам перепутал! Они делаются на маленькую территорию и... Нет маны, спасибо. Да черт, он меня бьет прям. Есть, этого мы успели. Ай-яй-яй, заколпасить. Фух. У меня нет маны на лечение. Черт, это неприятно. Давайте попробуем ее набить. Она меня не вылечит целиком, да? Ну, в принципе, ладно. На 67! Бро, ты что так подставляешься? Ай, блин, я тоже подставился.
Блин, больно-то как. А, вот он щита врубил, хорошо. Во-во-во, по щиту прошло, отлично. И он его еще сейчас заморозочкой долбанул. Ну, неплохо, неплохо. Ну, по-моему, все-таки такая комбинация лучше идет. Доспехи рыцаря. Отлично, мы себе усовершенствуем наши доспехи потихонечку. Они нам выпадают. Это круто. Да, мы эту данж сможем зачистить. Немножечко трудновато, но можно. Не надо в меня фаерболами ты фигарить. Блин, ты мой хил сбил. То есть получается... Опа. Щитанул, спасибо. Вот, щит срабатывает на двоих, а хилочку вот так вот врубаешь. Хватило, отлично. То есть, если во время спелла нас бьет, то у нас спелл сбивается. Будем знать. Гори, гори, ясно. Блин. Эти ребята на самом деле быстрые, вот в чем проблема. Есть, минус один. Но я более-менее думаю, что научился с ними бороться. О! Не жадничаем. Не жадничаем, говорю. О, спасибо, щита подрубил. Фу, есть. Это зачистили. Давайте хильнемся. Сундучки. А, эти сундучки просто у нас с монетами, они не с вещами. Но они выглядят по-другому, это да. Нагрудник ледяного мага. Что он нам дает? В чем у нас сейчас ходит наш котецкий? 16. А вот это вот у нас... Еще минус 16 жизни и плюс 5. Давайте попробуем. Он просто очень много магии будет давать. И наш бро, он вроде как не совсем уже в бою участвует. Мы танкуем и мы лечим, если что, я смогу его подлечить. Так что мне, в общем, такое развитие устраивает. Меня. Устраивает. Мне подходит и меня устраивает. Хорошо. Да, данж мы зачистили. Хорошо, отлично. Над зачищенными данжами появляется значок, который нас об этом оповещает. Смотрите, как по нему магия фигачит. Ага. Я его сейчас бил в рукопашку не потому, что я ему какой-то урон наношу, а потому что просто набить себе магию, чтобы у меня она была. Это на 10 уровень пойдемте, конечно. Все данжи, которые мы будем встречать на мелкие уровни, мы будем зачищать, потому что... Ох, блин, красиво чуваку досталось. Ох, хорошо. Вот, потому что все равно зачищенные данжи нам потом с вами пригодятся. По-моему, такое ощущение, что здесь можно будет потом выйти. Посмотрим. Надеюсь, что да. Ну, денежка. Денежка никогда не помешает. Я понял. Мне сейчас нужно будет... Ай. R и F поменять местами. Сейчас мы с вами это быстренько сделаем. Так, так, так. Вот это вот на R боевое заклинание. А вот это вот хил на F. Все, вот так мы должны сделать, потому что я их путаю местами, к сожалению. Нагрудник авантюриста. Прикольно, улучшили. Не уверен, что я буду его носить. Отлично, и магию вроде как немножечко вернули. И подлечились, и магию вернули. Супер. Так.
Ледяного мага улучшен, отлично, как раз мы его сейчас и носим. Вообще суперски. Ну что, пещера на 7 уровень, да, давайте. Все мелкие пещеры, я же говорю, будем зачищать по той простой причине, что из них сейчас выпадает лут на низкий уровень. Вот, и лут на низкий уровень, он нужен нам сейчас, на низком уровне, а не потом. Или минуточку, мы здесь были. О, у меня такое ощущение, что мы здесь были. Да, да. Да хорош меня бить-то. Если мы здесь были, тогда почему у меня нет обозначения того, что эта пещера зачищена? Да, блин, больно же, чувак. Я жадничаю, не успеваю его вернуться. Здесь была магия, да, здесь мы были. Хорошо, ладно, извините. Но, по крайней мере, мы не так много потратили на эту пещеру. Так что... надо быть повнимательнее. Отлично. Отлично, отлично. Все, идем. А, вот и наш квест. Если бы мы снова выковали королевский клинок, Коша знала бы, что делать. Да, беремся. Основные квесты беремся. Вы показываете королевскую печать Коше. Это печать, это невероятно. Коша, ты помогаешь выковать королевский клинок. Может, сделаешь это снова? Тише, Кири, теперь они знают, сколько мне лет. Забудь все, что слышал, и ждите меня снаружи. То есть, да, явно Коша у нас не самая молодая девушка. При этом девушка. Так, хорошо. А, за тобой идти. Ну, идем, я не против. Не, чуваки, отстаньте, не до вас сейчас. А, вы это слышали? О, да. Вот это сейчас было красиво, чувак. Молодец, ледяным ударил. Вовремя очень. Валим. О, вы опять спасли меня. Вместе у нас неплохо получается. Мимо этих ребят проходим. Блин, тут это, пещерка, ладно. Опа, башня! Знаете ли вы истинную причину, по которой был расколот королевский клинок? Нет. Дело в том, что первых королей пугала его сила. Они оставили мне обломок, чтобы никто не смог выковать его снова. А не мы ли эти первые короли? Испытание Коши. У Коши будут свои испытания. Круто. Победите меня и что? Победите меня. Клинок авантюриста. О, прикольно. Кстати, а с чем я сейчас хожу? У меня вроде как секира какая-то. Секира рыцаря, плюс 2. Да, я одену этот клинок, он дает больше урона. Я все равно сейчас схожу за рукопашником. А тут что-то магическое будет, да? Посох молнии улучшен, суперский. Как раз у нас пёсель ходит с этим посохом. Готовьтесь, ребятки, мой молот вбивает сразу маху. Опа, 37. Ну, 37, кстати, не так плохо. Она хилится! Ее приходится спамить постоянно, чтобы она во время хила, короче,
Ай! Да, ее приходится постоянно спамить, потому что она отхиливается и нельзя давать это. Там деньги за нее остались. Ну ладно. Вы очень хороши. Каша дает вам ключ Леопольда. Спасибо. Этим ключом можно открыть руины, в которых хранится обломок. Кири найдет вас там. Хорошо. Знаете, которую собак никогда не видела рядом. Но у меня такое чувство, что именно вы сможете это изменить. Кстати, друзья, только что вспомнил, что у меня есть шуба-невидимка. Погоди, чувак. Да-да-да, этот квест был у меня здесь. Блин, зачем я это сделал? Ладно. Надо будет сохраниться. Давайте тут же в католице сохранимся, как в прошлый раз. Я обязательно схожу за этой шубой-невидимкой, если что. Помогите вернуть мои пропавшие чертежи. А, черт, давайте сходим по побочке. Я точно кого-то слышал. А вашего высочества, что у кого мои чертежи неуязвимой брони? Я бы такой взял бы. Мне нужно вернуть их. Горожане могли видеть вора. Расспросите и будьте друзьями. Короче, мы до башни доберемся, но давайте такие мелкие побочные квесты тоже выполнять, потому что они обычно очень интересные здесь. Собака, собака! Блин, он меня испугался. Собака! Оп. Нам нужно к этому перцу явно. О, уровень, спасибо. Я ничего не крал, я просто солдат. Явно. Воскотовник? Чудище любит кошачью мяту. Это так просто. Это так, просто напоминание. Я соврал, я не настоящий солдат. Повеселитесь с чудищами. Ай! Блин, он валит вообще-то. Хватит меня преследовать, уже слишком поздно. Мой босс уже полапчил чертежи с дороги. В таком случае ощутите мою тщательную силу. Держитесь подальше, у меня ничего нет, правда. Он в пещеру свалит, не? Логово в... Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Сюда, ваше высочество. Подайте записку Кошалапе. Ну, нужно будет это расшифровать. Между тем, спасибо за работу. Нагрудник с него мог получить. Информацию я смогу найти только в католической кузнице. Когда будете готовы, идите туда и вызовите меня. Окей, одну побочку мы выполнили. Сразу уровень получили. Все, теперь можно и по основному квесту сходить. Вот нам сюда потом будет за продолжением этого квеста. Блин, паровозим этих мобов. О, давайте сохранимся. Блин, что это за чувак? Приветствую всех катантюристов. Сразитесь со мной, если смело. Задача не для слабонервных пушистиков. Давай. Хотите сразиться со мной, действующим чемпионом? Камень, ножницы, бумага? Предупреждаю вас прямо здесь, прямо вам никогда не выиграть. Вы в игре, идите вон туда, оба. Я буду убирать в уме, чтобы мы не схитрили. Потом вы сделаете свой выбор. Так, начнем. Камень, ножницы, бумага.
Бумага. Вы выиграли? 2 из 3. Лучше найдите мое удачное место. Мяукей, на сей раз я выиграю без труда. Камень, ножницы, бумага. Ну, как бы, бумага. И снова выиграли. Чемпион я как? 3 из 5. Эта самоуверенность приведет вас к поражению. Следите за мастером. Камень, ножницы, бумага. Камень. Нет, опять, как это? 4 из... Ур, сдаюсь, вы выиграли. Я даю вам корону чемпиона. Маска котовника, браво! Офигеть! Еще вернусь за реваншем, а пока примите мои поздравления. Я же говорю, здесь побочные квесты просто адски крутые. Блин, это было сейчас здорово. А что ты даешь, маска? Плюс 20... Плюс 13. Это дает 4 урона мне. Это дает 13 жизней. Это дает 25 жизней. Давайте, знаете что? Тебе ее оденем, потому что у тебя 178 хпшек. Шляпа белого мага 13 хпшки дает. Это дает 25. Собака будет ходить в маске кота. Нормально. Блин, собака в маске кота, это... Ах. Офигеть. Так, ладно, хорошо, пойдем. Теперь пойдем по основному квесту. 15 уровень, почему бы не сходить? Исследовать табличку, да? Проверьте свою ловкость, и наши сокровища пройдут в ваши лапки. Давай. 17 уровень. Блин, больно, между прочим. Щитанул меня, молодец, спасибо, чувак. Блин, надо нормально подлечиться. А! Блин! Погоди, 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 я хилюсь, не трогай меня! Фух, чуть не убили. Я в домике, я в домике. Короче, вот эта схема, когда хил у меня, она реально работает. Блин. Да что, блин, 2 раза отхавал подряд. О, щит, спасибо. Схема с хилкой у меня работает в разы лучше, потому что я точно знаю, когда это применить. Их да, чувак, сейчас бы ледяную... Офигеть! Регень, регень, регень! Я от такой толпы отхватил.
Они в меня еще и стреляют. Красава! Блин, я еще не тот спел врубил. Регенимся. Минус. Минус. Блин, больно. Есть, последний остался. Ух, это сейчас было трудно. Это сейчас... Блин, зачем? Сокровище ваше, спасибо. Это сейчас было офигенно трудно, если что, на секундочку. Джемпер кротовника, браво. Кротовника? Это что? Это кто? Я сейчас ношу вот эту. Она дает 10 брони. Окей. Это дает 6 магии, да? А эта штука будет давать 25 хпшки. 10 брони. 25. Блин, хорошая вещь. Может быть, чуть позже одену. Пока нет, но, в принципе, на будущее мне, я думаю, подойдет. Если она у нас еще и прокачается, это будет вообще круто. Иди сюда, нам с тобой отхилиться надо, дурачила. Отлично. Давайте до квеста дойдем. Испытание очень простое. Вам понадобится немало... Очень непростое. Вам понадобится немало сил, чтобы пройти его. Да, давай. Мы только что проходили у нас испытание. Помните, вы всегда можете выйти из этого квеста и попытаться позже. Окей, окей, я тебя понял. Поехали. Блин, не посмотрел, как уровень. Ладно, какие испытания? Следуйте за светом. Супер. Следуйте за светом, то есть пойди нам сюда. А что здесь? Это вернет нас обратно, я понял. Так, ты у нас неплохо так подвержен физическому урону. Ну, хорошо. Следуйте за светом, значит, сюда. Честно, мне интересно, что в других местах. Но они не так сильно дамажатся, кстати. Но они быстрые. Давай вот так. Мне бы прокачать хилку, знаете. Так как я ее пользуюсь очень часто, если у меня будет возможность ее качнуть, то я бы качнул, например. Катана ниндзя. Сколько у меня та штука дает? 3 урона. 5 урона. Важный шанс, 20%. Конечно, одеваем. О-о-о-о. Это сейчас было неплохо. Ледяной посох. 5 магии. А тот посох у нас сколько дает? 4 магии. Минчик, у меня сейчас одет вообще исцеляющий посох. Но зачем? Я уже не пользуюсь исцелением. Значит, мне нужен вот этот ледяной посох. Я что-то забыл, что у нас там был посох на лечение. Надо было сразу его поменять. Ну ладно.
ЮПРСТ. Обломок ждет. Тут целый дракон ждет. Блин, еще и со звездюками мелкими. А, мне нужно на зажигание. Не хватит магии. Офигеть! Есть, одного сняли. Блин, больно-то как. Лечимся, насколько это возможно. Он, кстати, неплохо воспринимает физический урон. А, ёпперсет, я это упустил. Лечимся. Не, так-то... Ай, блин. Больно, 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 больно. Фух. Лечимся. Интересно, как он горит? Надо попробовать. Он не горит. То есть он хорошо идет по физическому урону. Вот. При этом он сам очень сильно бьется. Ну ладно. Уровень, пожалуйста. Да, спасибо. Чтобы хилочку не тратил, 18 уровень мне обеспечили. Итак. Хорошо. Королевский обломок. Суперски, забрали его. Разблокировано королевское искусство. Силапного сечения. Ого. Я могу их перекатами убивать. Круто. А теперь мне сюда просто возвращаться? Да, меня это вернет. Просто к выходу. Отлично. Там вон эти шуты стоят. Вы, пушистик, правда сделали это. Подождите. Что? Обломок охранял дракон? Ну да, король Филингард сам был потомком дракона, так что ничего удивительного. Но никто не видел дракона после той истории с дракотом. Та история с дракотом! Ну вы поняли. Нет смысла переживать об этом сейчас, вернемся к Коше. Ну вы поняли. Распройден, отлично, еще один левел дали. Крутяк. Ладно, ребятушки, тогда давайте на сегодня на этом закончим. Мы прошли довольно-таки хороший кусок. Я думаю, мы получили осколок меча легендарного и прошли пару квестов и всякое такое. Да, ребятки, поэтому увидимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.